Отлично, пишем. Пишем. Давай сейчас настроим, секундочку. Угу, хорошо. Эти стволы точно тебе не понадобятся. Ну, все равно. Готов? Сейчас будет еще вот это. Вот это мельчение, оно тебе мешает. Бля, извини, что я лезу в это. Наоборот, тун-дун-дун-дун, и каждое прозвучало, каждый дал. И посмотри, сколько раз ты сейчас ее уже за... ну, заглотил. Вот сейчас не... вот, она аккуратно исполняет. Она сразу дышать начинает. Ребят, занято? У нас тут Димон запись включил, поэтому ты попала в запись. Да, что ты, Атоль? Мне нужен совет. Но это как... Немножко заняты, хотим гитару записать, но если okay. быстро... Давай, давай, Татоль, говори, говори. Но это не очень быстро, мне нужно... Скажи, о чем, и заодно подумаем. Афиша. Хорошо, просто... можно придем минут через 15-20? Конечно, я сама приплюсь. А, давай, ты хоть не уходи, ты с нами ставишь хорошо. Очень она плыть начинает. Она сразу... Музыка-то в этом, а она музыка не в том, как мы быстро. Погнали. Отлично. Я не знаю, будет ли он сейчас работать как разные тейки. Давай попробуем сразу. Такой. Спасибо, пожалуйста. Сейчас у меня другая хуйня. Ух ты, бля, что же она? Сейчас, Дим, прости, пожалуйста. Это вообще не нужно. Ракурс никому. Сейчас, Дим. Ага. Дим, я ничего не хочу, вот кроме этого, пока, если можно. Угу. Я просто очень хочу, чтобы это было предельно спокойно. Угу. Предельно спокойно. Это не значит, что медленно. Это значит... это как ковбой такой уставший. Погнали. Поехали. Ну да, вторая часть у нас всегда получается хорошая, а первая у нас получается немножко... Я всегда потом скопирую и разберусь. Просто хотелось бы... Поехали. Убиваем. Извини, пожалуйста. Лениво играть или попасть? Не, ну как бы не лениво. Играть нужно очень напористо, но спокойно. Все, дать струне прозвучать. Это вот... это вот эта вся-вся-вся херня, о которой мы с тобой говорим. Вся-вся-вся. Поехали. Ну, окей. Еще разочек, да? Вот-вот-вот-вот там. Все, там... оно нигде не должно... нигде состояние не должен умереть. Да, потом надо будет, может быть, струну поднять. Потом уже, сейчас не вырубить. Приподнять, она подзвякивает, задевает. Видишь? А, давай какой-нибудь кусочек
бумажки. Не надо, не надо. А ну сейчас, сейчас мы на это заморочимся. Да просто подложи туда какой-нибудь кусочек. Ты сейчас ничего хорошего не будет. Да, пишем. По-моему, в этом тоже шанс какой-то есть. Есть, но он такой. Не, он должен быть не вынужденный. Струны, чем выше, тем они больше колебаются. Все, поехали. Окей, спасибо. Ну еще разочек. Та, та. А можно вот ту-д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 у. Нужно успеть прийти. Ну да. Вес просто, понял? И второй. И в конце. Так? Вот это вообще пиздец будет охуенно. Пишем? Пишем. Хорошо, отлично. Только ты там прям ровно. Дай, дай ей прозвучать, дай как. Не передирай ее. То есть хорошо, что ты извлекаешь активно. Спасибо, поехали. Вот таких дай мне парочку, пожалуйста. Вот таких, конкретно. Слушаем. Еще спокойнее. Вот вторая часть была идеальная. Смотри, слушай. Вторую часть. Это дерганная, нервная. А ты смотри, спокойно. Прям, блядь, ковбой. Поехали. Все, Дима, это уже как бы есть. Я все равно потом смонтирую. Я накомпаю, начопаю, там нормально все будет. Просто секс пошел уже. Поехали. Хорошо, еще разочек. Видишь, оно как... Ты даже сам чувствуешь, когда ты в предыдущий раз сыграл, второй план нахожу, там... Шары. В седле. Она музыка в этом. Поехали. Супер! Все, и последний раз. Бля, еду. Последний раз. Все, там уже все было. Поехали. Еще спокойнее. Все, у нас 12 тейков. Более чем. Спасибо. Так. Хорошо. Теперь.
Что мы делаем? Просто обычные регги. Перестроиться в нормальный. Да, 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 спасибо, да. Перестраивайся, пожалуйста. И все, наверное. Просто тупо. Я потом с ними разберусь, их нужно пару чанков, и все. Тут еще такой, как бы, совет. Тут подходит такой орган. То есть, как бы, гитара. Хорошо, спасибо, ага. Напомнишь мне потом? Да-да-да. Именно вот я слушал документальный фильм про регги, и там именно вот объясняли белым людям, как играть регги, и там как бы вот один из компонентов это орган, который така-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 така, а гитара играет так-так. Очень хорошо. Обязательно, Димон, запомни мне, потому что я, блядь, не... Это интересно, что ты воспринимаешь это как регги, это не совсем регги. Это вообще латинос. Ну тут вот эти вот тут как бы и то, и другое, но вот эти вот вставки, вот это дам-да-дам-дам, это вот точно вот регатон такой, регги и как бы регатон. Да, регги, да. Ага. Дим, ты очень хорошо играешь, у тебя вот пиздец, вот у тебя прекрасное звукоизвлечение, у тебя есть одна только, извини, что я тебе об этом говорю, я тебе постоянно... Одна есть хуйня. Ты торопишься. Да. Этого нельзя делать. Да. Я пока в грув не войду, да, я знаю. Да. Не, я имею в виду, ты по жизни. Ты вот ты. Я же вижу тебя на репетиции. Ты пришел, ты партию брал. Ты уже. То есть, как бы ты ее. Это что значит, ты ее быстро, как компьютер, ты прокрутил, да? А она так не. Это, блядь, такая фишка не пройдет. Ты ее все равно должен даже внутри себя прожить. Понимаешь? Извини за слово должен. Она вот. И каждый раз. Оно все должно быть медленно и спокойно. Только тогда выйдет звук, блядь, от которого тёлка, блядь, взмокнет. А какие аккорды тебе... Ты не мог бы мне написать? Один аккорд там. Вот этот вот. Па. Окей. Вот смотри, вот... Тут как бы я могу... Два варианта. Я могу... А тут есть что есть. Вот ты мне два варианта и сделай, пожалуйста. Вот ты два варианта и сделай, пожалуйста. Тут такой не хочешь? Вот Дим, я хочу все. Я хочу все. Рифчик обязательно. Просто сначала обычный, тупой. Ты хочешь сверху играть, да? А вот вопрос. Могу... Могу, в смысле, вот, могу... Вот так. Вот так. Сто пудов вот так. Поехали, пишем. По-моему, все. Да. Прекрасно. Теперь следующий. А, ты не хочешь вот этот? Сначала разберемся с самым простым. Мне ну, я бы очень хотел. Второй тип. Давай я его в другой позиции буду играть, например. Вот, очень хорошо. Вот теперь все наши разговоры. Охуенный аккорд, охуенно играешь. Теперь все то же самое, спокойно, и каждый звук выходит максимум. Нигде никаких промежуточных нот, никаких дополнительных перкуссионных звуков. Вот так же красиво и плавно он выходит, но с подачей. Охуенно все будет сейчас. Поехали. Ах, май бэд. Там два раза сейчас. Раз. Супер. Вначале там было неровно, я поверю. Yeah.
Давай еще раз на всякий случай. Мне нужно как бы понять темп. Я говорю. Метроном можно мне какой-нибудь? А вот он метроном. До как бы вступления. Так он сыграет. Да? Два. Ты его не слушаешь вообще. Извини, пожалуйста, он просто тиховат. К сожалению, я ничего сейчас с ним не сделаю. А, сделаю. Твою гитару я могу тише сделать. Очень легко могу тише сделать. Вот твоя гитара. И вот общая громкость. Слушай его, пожалуйста. Может даже приноровиться, как пораньше. Да, 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 можно как вес. Да, 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 все. Там уже все есть, я все найду, я все вырежу. Поехали. Играй. Послушай. Окей. Будем еще один дубль делать? Как хочешь. Давай, на всякий случай сделаем, но понятно, что одно и то же там. Там надо будет еще в другом аккорде это сделать, но это... Угу. Мы сейчас, кстати, это с тобой сделаем. Пока еще раз пишем здесь. И... Отлично, спасибо большое. Теперь то же самое, просто другой аккорд. Какой? О, хуй знает, сейчас решим. Сейчас разберемся. Что? Третью партию, на которой у меня была идея. Не хочешь попробовать? Нет, потому что надо сейчас разобраться с этим аккордом и забыть про него, просто забыть. Сейчас у тебя будет здесь достаточно громко все. Я сейчас тебя немножко опять погромче сделаю. Окей. Будет только два прирол. Так что там за заход? Да, да. Okay. Поехали. То есть ты, что мы делали вначале? Вот это? Вот то, что сейчас делал, потому что ты к этому привык. А. Okay. На всякий случай в другом месте напишем то же самое. Просто так. Окей. Пишем. Теперь пишем то же самое, вот этот up, up, up beat. Mm-hmm.
Ты играл одну ноту, да? Один аккорд. Прям, да. Прям. В смысле? Ага, все. Да, и теперь смотреть дальше. Саксофон ты запишешь потом. Настоящий ли такой хочется? Не хочу, нахуй настоящий. Пока не знаю, вообще не знаю, что с ней делать пока. Что ты басу играешь? А можешь просто вот первую часть отлично, только ее просто играть. Просто можно оставить дыру тут просто так и все. Я дыру всегда сделаю. Ну в смысле больше ничего не делать вот это. Я дыру всегда сделаю. Я дыру. Я блин. Я хотел бы попросить, если можно. Я лучше проще. Нет, первая часть какая должна быть другая. Секундочку, дай попридумаю. Нет. Нормально. Нет, ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Абсолютно, да. О, нет. Нет. Низко нельзя уходить. Она в конфликт. Я хочу совсем мьютед такой. Было очень хорошо. Вот сейчас так-то, главное ничего. Да, так. Очень просто все, смотри. И все. Окей. Вот так.
запишем. Ты-ды-ды-ды. Только не забывай. Не забывай. Поехали. И. Тебе очень неудобно же с голосом. Бог с ним. Скажи вот так вот. Да, так лучше, чтобы на два осталось. Да. Давай послушаем. Играй. Давай. Таких нахерачим какое-то количество. Поехали. Так нормально, не больше глушить. По-моему, все хорошо. Right. А вот эту попробуем сейчас сюда поставить, как она будет здесь. Вот эту партию. Или надо... Не ту партию взяли, красавчики. Немножко странно она здесь. Если просто очень простой какой-нибудь аккорд, прям совсем ти-ти-та-ра-ти-ка-ра-ти-ка-ра-ти-ка-ра. А у нас так не записано. А вот сейчас дай посмотрим. Давай. Давай запишем вот этот простой аккорд, такое обращение, которое сейчас было, ты играл. То есть до этого у нас было вот это регги, вот это было. Да. Могу просто то же самое. Да. Пишем. Спасибо. Так. Вот что бы еще хотелось попробовать. Тут вот есть гармония. Погрызь. Сейчас. Oh.
вначале был счет. Лап-пап. Туби-ди-би-ди-би. Лап-пап. Нет, не раз, два, три, а раз, два. Тиги-диги-диги. А, я там... Это аккордеон так играет. Прям, да, может быть ровно, потому что под голос лучше ровно будет. Okay. Супер. Пишем. А концовка какая? Просто вот... Не, это... Смотри, это... Тунь-тан-тан-бам! Ага. Съехать вниз или оставить? Как? Да посмотрим по-разному. Будет два бара. А вот тут дыру мы сделаем тоже опцию обязательно с тобой. Поехали. Что сейчас? Да что хочешь. Дим, только можно сейчас попросить, ты, по-моему, сейчас чуть меньше энергии сыграл. Не убивай особо, то есть мы как бы поддираем струнку, но не в ущерб качу. Я прямо немножечко даже более мягко кистью сыграл. Поехали. Окей, теперь я на ровность хочу немножко, потому что оно... Немножко там грязь была. Сделай еще опцию, пожалуйста, ладно? Ага, давай. Сейчас опустил, да? Угу. Прекрасно, все отлично. Будем еще так делать? Мне достаточно. Как хорошо, теперь вот смотри, вот эта история, она у меня сейчас звучит, я бы хотел ее попробовать тоже поверить. Вот частота струн, видишь, это у нас тоже, я бы... Все. Друзья, послушайте, послушайте. Давай мы еще парочку запишем опции для нее, ладно? Хорошо. Постараемся спокойно-спокойно ее выиграть. Все глушить или какие-то ноты не глушить? Я пока не знаю.
у тебя много вот этих хуй. Чисто-чисто должно, вот так, да. Очень сильно насрал, я не туда пишу, прости, мне надо спокойнее играть. Просто играй, я сделаю насколько могу громче. Да, да, пожалуйста. К сожалению, опять же. Блин, вот это вот меня. Просто когда музыка начинает играть, у тебя все это становится, это у всех так. Становится тяжелее, да. Потому что себя меньше слышит. И... Окей, хорошо, давай еще. Нормально, я там наберу. Я там не очень хорошо заглушил, но может быть в этом тоже шарм. Да, в конце там мешает барабаны, но я потом разберусь, я скопирую. Еще разочек. Все, и делаем последнюю, и на этом успокаиваемся. 2, 3. Вот это дядя, очень красивый. Дядя. Оно было музыка. Конечно. Это вообще очень. Поехали. Раз, два, три. Слишком. Давай еще раз. И только одну эту. И да. Первый, третий, да, да, да. Второй, четвертый не трогай. Очень нежно сделай. Это очень красиво. Раз, два, три. Блядь. Ничего. Поехали. Раз, два, три. Не пошла. Ничего страшного. Раз, два. Вот это было хорошее, я из-за этого дубль не стираю. Поехали еще раз. Ну. Еще. Раз, два, три. Ну. Что не так? Пиолю, не вылезло. Там уже все есть. Okay. Я на компу его. Поэтому не все нормально, он все есть. Можно я посмотрю, насколько это сложно вообще сделать, а? Пожалуйста. Только осторожно, она у меня очень деликатная гитара, в смысле, что она. Да не очень легко, если перетянуть, то будет очень...